Еще одна недоделанная свечка тернопольская. А-ля фонарик. Будем сейчас ее доделывать. Сначала хотел сделать из вот этого светодиода, но потом решил немного заморочить все это дело. О, дымка. Так, модернизированный паяльничек. Так, эх. В общем, тут суть дела в чем. Вот такой синенький маленький светодиод с пульта, подсветки пульта. Ну там просто подсветка была. Так что будем паять. И посмотрим, что будет с ним. Ну и как бы маленький с того же самого пульта управления. Малюсенький такой микровыключатель. Так. Работает. Ну, значит, теперь, ну, это будет а-ля обычный фонарик в плане того, что пока держишь кнопку, светодиод светится. Так этого светодиода хватит на очень долгое время. Ну, все зависит, конечно, еще от этих самых батареек. Так, и потом это все соберем, сделаем фонарик. Такс. Тут, конечно, можно сделать еще и вот так поглумиться. Так, где у нас тут чего? Вот. Так даже будет, наверное, поприкольней. Надо перемычечку сделать все-таки. Так. Кусочек провода и сделаем перемычку. Вот, пожалуй, такую шину сделаем. Немного плюса. Свечка у нас уже есть, а фонарик у нас будет. Так.
все, откусываем лишнее. Делаем кнопочку. Вот здесь. Так, проверяем. И теперь нам его нужно примотать куда-нибудь, так чтобы его было видно. Чтобы его хорошо было видно. Следовательно, его можно примотать вот сюда. Так. Вот. Будем аккуратнейшим образом все это дело вырезать. Так. Все, в принципе, теперь в термоусадку. И продукт уже, в принципе, готов. Теперь попробуем этим помочь.